Дорогие петербуржцы и гости нашего города, мы рады видеть вас в зале нашего Дворца культуры имени Гасса. И сегодня на этой сцене для вас выступит легендарный коллектив. Коллектив, который прошел огонь, воду, медные трубы. Коллектив, который был популярен при Советском Союзе и который по сей день собирает полные залы на своих концертах по городам России и странам СНГ. Основанный Анатолием Васильевым в 1966 году и в прошлом году, отметивший свой 50-й день рождения, вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары» сегодня здесь со своей музыкальной программой «Золотые петли, белые ножки». Но, друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одно событие, которое произошло несколько дней назад. Дело в том, что у одного из основателей ансамбля, у человека, который прошел долгий творческий музыкальный путь вместе с коллективом, у капитана команды «Поющие гитары» был день рождения. И сейчас я попрошу этого человека выйти на сцену. Евгений Александрович Броневицкий, прошу вас, встречайте, давайте поставим его своими аплодисментами. Как вас будет? Евгений Александрович, от лица организаторов концерта, от лица администрации ДК «Газа», я хочу вас поздравить с днем рождения и желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, всех благ и, конечно же, сил и возможностей для продолжения творческого пути на радость всем нам. Вот. Вы знаете, мы долго думали, что вам подарить, и решили, что сувенирный парусник будет замечательным украшением в вашем доме и памятью о сегодняшнем концерте. Я попрошу вынести подарок. Парусник – это и символ нашего города, Санкт-Петербурга, Ленинграда, в котором вы родились, в котором родились поющие гитары. Адмиралтейство совершенно верно. Вот. И в то же время поющие гитары – ведь это тоже в своем роде, своего рода фрегат, музыкальный фрегат. Все верно, который нуждается в попутном ветре, и капитаном которого вы сейчас являетесь. Поэтому мы желаем вам 7 футов под килем и попутного ветра в паруса. Спасибо, друзья, спасибо. Не ходите, не ходите. Дорогие друзья, дело в том, что у нас сегодня и для вас тоже есть подарки. В честь дня рождения Евгения Александровича мы решили провести викторину. У нас будут разыграны сейчас 3 комплекта подарков. Это сертификат на конную прогулку для двоих от наших партнеров Робшинского ипподрома «Ковчег» и 2 билета на концерт «Лебединое озеро», который состоится завтра здесь, в ДК «Газа». Я попрошу Евгения Александровича задать 3 вопроса зрителям. Только, пожалуйста, старайтесь отвечать по очереди, чтобы... старайтесь отвечать по очереди, и победители получат призы. Евгений Александрович, прочитайте. Давайте. Итак, первый каверзный вопрос.
какой из песен можно усмотреть пропаганду алкоголизма из нашего репертуара? Бочка вина! Правильно! Кто сказал? Кто сказал? Поднимите руку. А прошу выйти на сцену. Вот так у нас уже один победитель есть. Второй вопрос. Я думал, что не отказает никто. Второй вопрос? Второй, да? Конечно, да. Ну что ж, переходим ко второму вопросу. О какой цифре идет речь в одной из наших песен? А об этой цифре оптимисты говорят, это немного. Правильно. Девушка подождалась еще. Да. Вот вы были... Даже не интересно. Сейчас вот так. Выходите на сцену. И третий вопрос. Я думаю, что это вообще самый легкий. Мы думали на самом деле. Ну ладно, третий вопрос, и он звучит так. Какого цвета поезд, в котором влюбленный едет на встречу с любимому человеку? Ну, вот кто сказал? Синего цвета. Я слышал, что в этой стране кто-то сказал первый. Вот женщина, выходите к нам на сцену, женщина, вы первая, да? А теперь я попрошу, Евгений Александрович, можно, ребята, заберите, пожалуйста, подарок, чтобы, Олег, можно на секундочку, забери, пожалуйста, подарок. Дорогие друзья, я попрошу Евгения Александровича, как именинника, поздравить наших победителей и вручить подарок. Это один. Давайте поздравим вместе наших победителей, аплодисменты. Евгений Александрович, все наши победители их зала. Пожалуйста, наслаждайтесь программой. Еще раз, с днем рождения, Евгений Александрович! Что ж, друзья, я хочу напомнить о наших партнерах. И партнером нашей сегодняшней программы является Ропшинский ипподром «Ковчег». Ропшинский ипподром «Ковчег». Во-первых, это единственный официальный ипподром Санкт-Петербурга, а во-вторых, это племенное хозяйство, занимающееся разведением лошадей арабских пород. И в данный момент в хозяйстве насчитывается более 200 скакунов. Ропшинский ипподром «Ковчег» приглашает всех желающих на конные прогулки и скачки. А также вы можете стать частным обладателем арабского скакуна. И еще, друзья, хочу сказать, что на сцене ДК «Газа» сейчас дает свои спектакли Санкт-Петербургская консерватория имени Римского-Корсакова. Со своим репертуаром вы можете ознакомиться в афишах «Каз города» и на сайте ДК «Газа». Милости просим. Ну что ж, и мы переходим к основной части нашей программы. И сейчас я попрошу выйти на эту сцену вокально-инструментальный ансамбль «Поющие гитары». Включайте, друзья! Thank you.
учитывая, что вроде бы как бы наступило лето, тогда специальная песня о летнем велосипеде. И ровно по красному
и поющие медали. Песню, которую написал наш уважаемый гитарист Валера Кочедуров. Эта песня немного грустная, но в ней есть и оптимистическое зерно. Эта песня, к сожалению, адресована зиме, но это ничего, у нас лето тоже не очень жарко. Участника замы 2003 года.
недавний юбиляр споет песню легендарного человека Анатолия Васильева, которая называется, вы знаете сами как.
Евгений Кузьминский. Песня о том, что происходило буквально полчаса назад, было солнце. Потом дождь. Какой-то гениальный поэт написал эту песню о Санкт-Петербурге. Thank you.
вами, друзья, самое любимое время года? Да, правда. А что у нас чуть-чуть задержалось? Надолго. Лето задержалось или весна? Весна! Ну тогда песня о любимом времени года.
выйдет вокальный дуэт, который уже покорил Беларусь и Украину. И начинает работать над матушкой России. Встречайте, вокальный дуэт «Братья славяне». Наши друзья и гости. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Наши поющие, всегда поющие ребята, чуть не сказал славяне. Понимаете, да, человек? Друзья, ну, цыганочка была, нужно немножко отдохнуть, наверное, желающие могут потанцевать. Собственно, мы для вас. А я живу на Москве.
честной. По субботам, воскресеньям ездим в гости мы с тобой. И все мосты между нами мосты. Поем на Ялте и на Неве. За Питером замужем ты, а я женат на Москве. Мосты между нами мосты. На Ялте и на Неве. Не спасительнее мига, чем с тобою день прожить. Из билетов можно книгу в четырех томах сложить. Только снова у вагона не окончится наш спор. Одинокий семафор. И все мосты между нами мосты. На Ялте и на Неве. За Питером замужем ты.
разговаривать. Итак, друзья, мы начинаем второе отделение. Ваши аплодисменты. Поющие гитары! Здесь одно бросают, бегая.
зовут, они не на собой. Летний вечер будет сниться.
темный, темный, не скрывал от нас. Огоньки приморских комнат и любимых глаз. Не скрывал мысли наши, чувства не скрывал. Почему же он стал вчерашним и для многих стал? Почему же он нас с тобою не оставил слов? Только тихий шум прибоя, шорох и шаток. Он сохранил белый сушки, где-то, где-то там. Будет сниться нам летний вечер. Летний вечер. Летний вечер. Будет сниться нам. Приходил на наши концерты в Москве, знал театр.
помнить его ее. Осенней ночью, думай обо мне, и зимней ночью, думай обо мне, весенней ночью, думай обо мне, и летней ночью, думай обо мне. Пусть я не здесь с тобой, а где-то в небе, такой далекой, как в чужой стране, на длинной прохладной простыне покоится, словно в море на спине, отдавшись мягкой, медленной волне, со мной, как с морем, вся наедине. Я не хочу, чтоб думала ты днем, пусть день перевернется к ней худном, окурит дымом и зальет вином, заставит думать о совсем ином, о чем угодно можешь думать днем, но ночью только обо мне одно. Услышь сквозь паровозные свистки, сквозь тучи ветром рвущиеся на куски, как надо мне попавшим в тиски, что в комнате, где стены до куски, ты жмурилась от счастья и тоски, довольша ладонями виски. Молю тебя в тишайшей тишине, или под снег, мерцающий в огне, или сквозь дождь, шумящий в жене, осенней ночью думай обо мне, и синей ночью думай обо мне, и синей ночью думай обо мне, и летней ночью. Спасибо. Вот когда мы выступали в 38 съездов, 70-й год, декабрь, первое отделение от Кес Бакена, второе поющие гитары, было неслыханно ответственно, был худсовет тут же в Кремлевском дворце, что читать, как пить и так далее. И я там прочел вот такую миниатюру моего дорогого друга, еще одного замечательного русского поэта Виктора Бокова, который специально написал для наших концертов. Называлась она «Гитарный гименей». В саду звучит гитара под листьями лозы, как бедные уста от вздохов и слезы. Гитарой обладатель, рыжий, да рудой, наш преподаватель, физик молодой. Беленькое личико рядом с рудым ходит химичка за физиком своим. Объяснил он молнии и разряды нам, а теперь без молнии объяснился сам. На парковой скамейке, где в луж, где нет людей, целует камею гитарный гименей. Поцелуи длятся, конца и края нет, а нам чего теряться в свои 12 лет. И мы садись и пишем, несем любовные вздоры, начисто не слышим, что значит натрий хлор. И мы под школьным домом подражали ими, про любовь жестокую всей школой говорили. И я горю и тая, и мне по себе, и я влюбляюсь в тая из шестого Б. Спасибо, дорогие. Народный артист России Сергей Норин. Красивый, седовласый, и теперь напрашивается уже несколько иной репертуар, который мне всегда заканчивает свои сольные концерты. Это Михаил Дудин, замечательный наш поэт, из его грешных рифм превратился голос в шорох, в белобыльный висок, годы, годы, кончен порох,
переходим на престол. И тем не менее, глядя на первые юбилейные слушатели на нашем концерте, есть свой возраст отдельно, свои тревоги на память. Но сколько есть еще коленок, которым следует припасть. Сманяясь до самого
Данилова. Сейчас я сам самый из 2004 года. Ну и традиционно 5 старых дубов. Кстати, цветы дарил наш очень давний друг Николай Хаустов, компания «Звезда Энергетика», которая в былые времена нас поддерживала. А сейчас мы уже выросли, стали самостоятельными. Спасибо, Николай, за плодотворное сотрудничество. Ну а сейчас, конечно, будете петь вы, потому что на центр зала выходит гений Дрия. Гений Дрия. Но он все равно гений, потому что он эту песню спел так же, как и следующий. Более подпевайте. Thank you.
песню в 50-х годах спел Евгений Александрович Борисович. И до сих пор его вот так вот его сейчас. Продолжим нашу традицию «Весь вместе». Давайте. Thank you.
Oh,
Это,
всем! Вы это еще раз прекрасно доказали, что самый лучший хор, конечно же, призы Боги. Спасибо вам огромное, молодцы! Одинарный исполнитель песни «Дорогу», соавтор песни «Дорогу», Владимир Васильев! Спасибо, друзья, спасибо! Ну? Какой у нас с вами самый милый день, а? Четверг. Добрый день. Мальчики, добрый день, добрый день. Радует вас своим искусством. Четверг. Пусть исчезнет все наше тень. Эй, 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 и мы не знаем. Просто пицца, любимый сада. Как любите, забыть подыла. Oh!
Беларусь Минск Инна. Но самый приятный концерт в Бродинске, естественно. На Саратове на поющую гитару. А что уже принесли? Выпускаю шампанское, поющую гитару. Мы хотели бы в заключение нашего концерта спеть песню нашим большим друзьям, которые уже много лет идут с нами по жизни, нашему бухгалтеру Алисе, Коле Хаускову, нашим тимуровцам, белорусским друзьям, всем-всем. Поющий гитару, конечно же, народному артисту Сергею Новожилову. Потому что поющий гитару — это не только те люди, которые стоят на сцене. Нас очень много во всех городах. Спасибо вам. Эта песня для вас. Мы на месте, нам принесет.
Давайте поприветствовать нашего нового участника Юрия Николаева. Основная артистка Российской Федерации Сергей Новоселец. Ваша гордая слуга Валерий Кочегура. Ну и, конечно же, Израиль Евгений Брилинский. Конечно. А все вместе поющие гитары. До новых встреч и, конечно же, новых...